Поехали. Сегодня посмотрим новый магазин Санрейна, а именно фирменный магазин Санрейна, как они продают товар в Китае. Достаточно очень хороший, качественный магазин. Сейчас мы пойдем вовнутрь и посмотрим, как все происходит. В основном в магазинах это у нас система без давления представлена. Вот оператор сейчас покажет, как они продаются. Посмотрите стиль магазина, какой он красивый, хороший. Пошли дальше. Вот, например, коллектор на трубок. Вот это цена. То есть старая цена у него была порядка 40 тысяч рублей. Сейчас у него цена около 30 тысяч рублей. Примерно в России мы будем, у нас такие же цены, то же самое, может даже чуть пониже будет. Вот здесь представлена новая продукция Санрейн. Смотрите, скоро мы, она тоже будет представлена в России. Это фильтры для воды, очистки для воды. Эти бытовые фильтры. Достаточно все качественно сделано, все очень красиво. Скоро будут поставки от нас тоже. Вот эта система более серьезная. Вот эта уже система с обратным осмосом. То есть это уже на дома, на коттеджи. Фильтрация непосредственно происходит. Пойдемте посмотрим тепловые насосы. Представлена балконная серия коллекторов, там демонстрационный образец. Вот насосы наши любимые тепловые, но это насос чисто для горячей воды. Это баки, то есть тепловой насос соединяется непосредственно с теплообменником, и френовый контур идет здесь, в баке. У нас это не очень сильно развито, нам более интересна система на отопление, поэтому... А вот новый бак, кстати, да, вот новый бак, очень красивый, квадратный. Посмотрите, какой дизайн, корпус, удобное табло для работы, пишется в любое место и будет очень красиво. Скоро мы будем такие вещи делать тоже в России. Вот, например, представлен красивый макет. Посмотрите, вот это балконные серии, плоские, вакуумные. На крыше показано, как установка происходит, как бак происходит. Все это мы вживую попозже покажем на реальных объектах. Так что вот так, ждите товар в России. Всем спасибо. Пока.